В августе на президентском мосту откроют движение по новой транспортной развязке. Об этом сообщили в правительстве региона. Это позволит снять избыточную нагрузку с Димитровградского шоссе и сократит жителям время пути с порога берега Ульяновского в Новый город. На аппаратном совещании рассмотрели и вопросы здравоохранения. Первостепенной задачей остается борьба с ковидом и массовая вакцинация населения. Последняя поставка вакцины 10 800 доз спутника ВВ была 23.07, и в 23.07 поступило 2340 копеек корон. В настоящее время вакцина поставлена на учет, заведена в систему ДЛП, распределение уже сделано, ПВО уже забирают. Учреждение образования готовится к новому учебному году. Продолжается приемка школ, детсадов и организации доп. Образования. Всего 775 обучающих заведений. В настоящее время принято 43% школ, что составляет в абсолютной величине 326 школ. И до 15 августа оставшиеся все образовательные организации должны быть приняты. Вести со знаком плюс для экономики региона. На прошедшем авиасалоне «Макс» ульяновская делегация провела несколько десятков встреч с российскими и зарубежными компаниями. Подписано 2 инвестиционных соглашения. О создании авиационной компании на территории Ульяновской области объем инвестиций по проекту составит более 400 миллионов рублей. Количество создаваемых новых рабочих мест для жителей региона до 40. Проект будет реализован к 2022 году.